Аллея Славы в микрорайоне Московский чувствует себя хорошо. О состоянии зеленых насаждений заботится городская мэрия. Правда, есть сложность с территорией, на которой посажены деревья. По документам она принадлежит обанкротившейся ДСК, а значит, город не может выделять средства на ее содержание, скашивание травы летом, вывоз снега зимой. Что касается самих деревьев, то за их состоянием следят исправно. Сегодня мы приехали зафиксировать, в каком они состоянии находятся. Все деревья у нас прижились, за исключением там нескольких, по которым мы выводы будем принимать чуть позже. Если надо будет, мы осуществим пересадку и эти деревья заменим. В сквере мастеров около цирка, где еще только предстоят работы по обновлению зеленых насаждений, снова работали специалисты городской администрации. Они еще раз перепроверили состояние каждого дерева на этой территории. У общественников возникли вопросы, и сегодня в 10 утра мы провели совместно с учеными повторный выезд, где подтвердилось, что все эти деревья, которые мы признали, не являются аварийными. Поэтому мы совершенно спокойно, со спокойной совестью приступаем к их демонтажу. Как поясняет городской администрации, выпиливать опасные деревья в сквере у цирка начнут уже на этой неделе. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.